Добрый вечер. Сейчас находимся в Арамболе. Хочу, чтобы вы поняли атмосферу, которая здесь.
пятницу я потом в Оксфорде купил. Да. Мы сейчас все после 15 марта на отдых. А можно с вами сфотографироваться? Я тоже хочу. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну, это мой камень. Hi. Друзья, это мы находимся на Арамболе, на пляже. Это вам показал здесь окрестности для того, чтобы вы понимали, какой дух здесь витает. Здесь очень прикольно. Здесь... Это вот реально, это вот Форек в Алмате, это вот мини-Арамболь, короче, в этом в городе. В Казахстане, и поэтому я благодарен Диме Дишане за его проект, за его команду, которая осуществила и смогла сделать то, что они сделали в Алматы. И я просто поражен тем, как они вообще смогли воссоздать то, что там есть, то, что здесь есть. И у них все получилось. Вы молодцы, ребята, крутые. И я понял вашу философию, для чего вы это делаете. Это реально дух свободы, это дух... Это дух свободы. Я даже не знаю, как еще больше передать. Здесь настолько все добрые, здесь настолько все легко и просто. Здесь здорово. Давайте еще пройдемся до барабанов. Ну, а не ладно, артист приехал.